Он уже ничего не боится, с артефактом уже начинает. Окей, погнали. Так, мы над землей, это уже огромный плюс для Инферно. У нас есть Томика, у нас есть Фиона. На собачке ее отправим куда-нибудь. О, отправим ее, наверное, все-таки по дороге. Так, что у нас тут прям в уголке, что ли, этот подземка? Сейчас посмотрим. О, Октавия, шикарно. Цель, отлично. Так, ну, тут понятно, что ничего не засветить. Ладно, пойдем туда Фионой. Тут у нас все понятно. Сразу объяснили. Огромный респ, весь в ништяках. Я даже не знаю, что с ним делать. Не знаю, куда бежать даже. И мне говорили, что респы на Инферно-Земле, когда Инферно рождается наверху, всегда шоколадные. В принципе, не обманули вообще, ни разу не обманули. Ладно. Я чувствую, что мы будем Томику качать. Просто вообще такой огонь. Шоколадище просто. Даже не знаю, куда бежать. Оставим чуть-чуть. Все ништяк, короче. Так, мы даже тупо не доходим до конца. Нормально, да? Так, ладно. Давай пробежим-ка просто на максимум сначала. Так. Слушай, ну тут... Все 9 визардов. Ну тут я думаю, что вот как раз на этой ноте раздача для нас и закончилась. В принципе, все стало прям предельно ясно. Пойми мне. Тут и по бездорожью здесь можно пройти, все шикарно. Да, давно я таких жиров не встречал. Прям даже желание появилось заскринить этот шоколад. Да. Слушай, а поначалу так все классно казалось, то есть над землей две дороги в разные стороны прям. Красота. Шаблон 6М10. Я взял 2 рестарта, он взял 1 рестарт. Быстренько мы так отстреливаемся с рестартами. Короче, норм тема вообще. Мне нравится, пацаны, расклад вообще. Прям. Всегда бы играл бы. Меня не пугает ни замок стартовый, ничего. Ни оппонент, там хоть Гашан с таким респом. Да. Так, ну ладно. Мы сейчас опять синим. Это плохо для этого шаблона. Этот шаблон... считается шаблоном красного цвета. Поэтому
О, ну почему нет? Так. Давай-ка нам возьмем все-таки немножко по сейфове сыграем. Спасибо, папашке, за поддержку. Посмотрим. Может, Таганаш сам все сделает за нас. Кто его знает? Так, что у нас здесь? Сразу артефакт. Нычка Гогов. Гоги отстроены. Кальт. Миссис Фиш. Очень... Все приятно. Пока все очень прекрасно. Но... Калх что-то как-то не заходил. Попробуем с другой стороны. Попробуем экономику подшатать. Потому что синий цвет. Без калха чем биться? Ну как чем? Скиллом? Кулаками? Только Капитолий, только хардкор, только истинные папашки так делают всегда. Окей. Здесь Гоги, здесь рыбы. Мне кажется, стартовых войск хватит теперь. Ну, я согласен, что без халка тяжеловато, но я так подумал, что, в принципе, вот за иссо-красного я возьму калка еще раз, за синего, наверное, уже нет. Яйца оторвут бесом. Да, они стальные, они замучатся отрывать. Они такие стальные, что аж звенят. Что с подземки будет слышно. О, опять у него тросар зашел. Что-то у меня вот это вот подозрительно, что-то вот так, что ли, резко пошел. Вроде тут горы, но это получается вот так, если то мы тут офигеем. Папашка Тарасар. Я думаю, наверное, надо картонки запускать параллельно, потому что-то уж слишком погонаш. Ну, конечно. Конечно.
Пел. Всем привет, кто подтягивает за папашки. На это, сегодня с комментариями. Ну, пусть не такими объемными, но тем не менее. Что-то по ходу будем болтать. Там уже снова. Да нет, я никого не прогнал. Просто вчера не очень удобно было. Вчера гости приходили, поэтому... Приходили гости, все сожрали. Теперь нормально. Не, ну гостей, ну не полный дом был. Чё уж утрировать. Я просто, если я вот за праздники не отыграю хотя бы часть группового этапа, то я ее вообще никогда не отыграю. Там начнутся папские откладывания. Там до весны, после СНГ, да и в итоге где-то так и закончим. Ой, ну я же не ты, у которого сейвы с сентября еще недоигранные. Вот это самообладание. Что-то так спать хочется. Ну да, реально, что-то в эти дни все прям спать хочется. Я
можно надо было джеб играть. Мы просто, ну, выбирали шаблон между, в конце я выбирал между 6LM и джебом. Решил 6LM ктануть. Может, надо было джеб, чтобы побыстрее дело шло. А то при таком соотношении замков в итоге приходится на Excel-ке играть только. Туда, ну, хоть какой шаблон начеркай, все равно будет плохо. О, неужели он сподобился? Так, Клавиус у него без разгона, значит, возможно, Гашан зашел в гости. Ага. О, бабло. Сундучок. Жирные сундуки, это всегда радует. Тут блок. Тут на... Вот тут надо посмотреть, достаем, не достаем. Вроде достаем. Даже открыть получается. Угу. Хорошо. Я думаю, этим мы сейчас займемся. В принципе, норм накинули-то по армии. Тоже грех жаловаться, как говорится. Так, ладно, поехали. Открываем. Тактическая фаза. Всем привет, папашки, кто подходит. Спасибо. Так, этот наверх побежит. Этот кто-то может прям. Давай так. Наверное, так сыграем пока. Блин. Что же такие хитрожопые-то? Угу. Блин. Так. Угу. Ну тут, в принципе, ничего хорошего так особо и не ожидалось. Жаль, не успеваем взять золото. Ну да ладно. Попробуем пробежаться по дорожке. О, конца.
Есть мнение, что это нам идеально подойдет. Даже мне тут беты тут не отъехали. И в принципе. Сильный ход. Так вот мы и приехали. Конца большая. Так. Мне, честно, раздача прям, ну, очень не нравится. Прям, ну, очень не нравится. Ну да, походу это стрижу проход, действительно. То есть у меня сейчас только единственный вариант разобраться с этим проходом, это напасть на них. То есть если их там будет около 20, это еще good. Если их там нет меньше, но больше, то, соответственно, мы сразу рестартим и не паримся. Так, их 20. Но это опять же. Хрен его знает. Конечно, без. Жалкие попытки долететь. Какая вероятность, что комп справится с битвой лучше, чем я. Так. Блин, чуть-чуточку прям не дошли. Но тут, кстати, такое непонятное. Все-таки 20, это я считаю, что слабая охрана. Слоу не дали. Да нет, тут как раз я в 1К не вижу абсолютно смысла. Здесь вроде рез нормальный, денег хватает. И вот здесь есть деньги. И орков было, в принципе, немного. И нычка гогов есть.
какие-то арты есть. Мне просто что-то я уже подзабыл. Надо обратиться за помощью калькуляторов. Так. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим. 3К. Авк. Нет, астрал читаю. Ну, понятно, что это все ни о чем было. Да нет, как раз, кстати, Ну. Ну, фиг его знает. Надо подумать. Не факт, что рез абсолютно не факт, потому что ладно, поиграем. Пусть он с четырьмя своими героями сидит. А это последняя была возможность для Веста. Может, не прав, посмотрим. Не знаю. У меня как раз, если там будет блок серьезный, у меня слабета идет со стрелкой на добивание. Посмотрим. Золото есть, конца есть. Есть что пособирать. Ну, тут такое на самом деле, тут потому что все-таки не каждый расклад мы можем спокойно играть. У него 1-1-2 еще есть, да, все правильно. У меня была возможность последнего резка, поэтому тут вот золото, вот куча золота, то есть в принципе вот нычка гогов, вот золото. Есть абсолютно чем играть. Герои на феечках бегают. То есть это шикарно. Почему-то я, правда, феечек не взял из замка. Но то такое. То ладно. Герой халявно с тюрьмы пришел. В принципе, ладно, нормально, нормально. Бесов подслили. Ну, кто их считает? Сейчас посмотрим, что покажет. Плохо, что, конечно, шага не хватило в это заскочить. Прямо туда, но тогда бы хоть более-менее картина какая-то. Так, ну тут еще, в принципе, есть еще должно быть сколько-то пространства. То есть, может быть, мы там еще найдем нычку эфритов нашу любимую. Так. Тут можно еще пробежать. Все по героям. Кто зашел? А, папский пикидрам. Ну ладно. Кстати, выйдем в эфритов скоро.
Я думаю, уже спокойно на четвертый день мы фритов построим. Надо как-то здесь пробиться. Бесов как-то надо пробить, чтобы этих кабанам прорваться. Ну и нормально. Ну, знаете, после прошлого расклада я готов играть и такое. Серьезно, потому что, ну, блин. То, что было там, какой был рез, две шахты и лава на полкарты. Ну, здесь хоть какие-то объекты есть. Конца большая. Поэтому надо лабету, наверное, качать. С маслом возьмем концу. Ну и как-нибудь там прорвемся. С ангелами уже что-то можно делать. Надо свиток будет подобрать сейчас. В гильдии слоу не завезли, что плохо. Ну, на орков я обязан был нападать, пусть хоть даже немножко не подготовленный, но тем не менее. Вот эти кентавров, я не знаю, сейчас, наверное, рановато на них лезть. Что они могут и обосновать, там, ата-та сделать. Ну, в любом случае, сейчас мы подсветим охрану, которая будет наверху. Там понятно будет, что дальше, там, что там за резко. То есть, если это даже дрожжевая сторона, ну, в принципе, не так страшно. Ну, по идее, не должно быть, потому что какие-то... 20 орков, какая-то такая охрана непонятная. Что-то вроде и не там, и не там. Ну, это, судя по всему, это... А, я неправильно посчитал. Да, это все равно, это подходит под трешку. Да, все правильно. Я что-то ошибся. 20 орков как раз это нормально. Это нужный выход. Да, тогда тем более. А на ГГ стрим. Проверьте, у меня, по идее, настроено, чтобы на ГГ шел рестрим. То есть не Твича. Ну, то есть рестрим Твича должен на ГГ идти. Так. Поехали. Защита от воды — нужная вещь. Так. Так. Ну давай, выйдем наверх. Не видно картинки, нет, странно. Ну надо потом будет настроить, ладно. Кем пробить-то? Наверное, сиреной придется бить.
не хочу лишних шагов делать каких-то. Хотя лобед тоже хочется подкачать. 500 экспы. Начало удачное. Слушай, а мы так легко победим. О, мы можем ничью сделать, вот сюда запрыгнуть. Да, со скоростью проведения боев у меня что-то хромает, но тем не менее, главное, что ничего не накосячить. Глаз орла предложили повысить. Грех отказываться. Так, что по героям? Мы все равно впереди по героям. Это меня очень даже радует. Так. Тут и развилочка хорошая. Все прям шикарно. Так. Да, фейки, конечно, радуют, но... О, конюшенка. Шикардос. Угу. Обзорочка просто прям. Кайф. Так, взять обзорку, что ли, или пробежаться? Сложно сказать. Давай, наверное, пробежимся. Может, тут замок? Так, сейчас опять будут дизморали. Но я думаю, мы это как-то сможем с этим жить. Еще их тут. Даже не удивлен.
Так. Вот, тянем чуток. Сюда. Ну ладно. Не худший вариант. Сколько у нас мувов? 400. Нужно все туда бегать, но мы не будем, мы просто заночуем здесь на разгоне. 95%, что мы это забудем, конечно, все в шахте. Так, мы здесь строим гильдию, да? Ой, вторая, вторая, не так быстро, ребят. Так, нам нужно для эфритов что? Нам нужно, в принципе, все хватает. Все хватает, 4К денег надо для эфритов. Для эфритов надо 4К денег. Так. Привет, Вась, привет. А, так. Что у нас еще не хватает здесь? Золото есть. Куда мы сможем выбежать? До Лабеты. Я вот смотрю, как эфритов потихонечку выветывать, эвакуировать-то оттуда. Угу. Давай пока так. Ученого хапнем. И выйдем где-то на дорожку. Есть вероятность, что мы туда-сюда сгоняем и успеем. Небольшая, конечно, но есть вероятность. То есть, если мы что-то еще подсоберем здесь. Подсоберем здесь, подсоберем здесь. Это может быть на... Может быть, я не говорю точно, но на эфритах есть вероятность так ковырять. Так, здесь мы, наверное, сначала пойдем в обзорку или сначала пойдем в конюшню. Я все-таки, наверное, думаю, что в конюшню сначала мы пойдем. Тут уже другая зона идет, все-таки надо ее посетить, чтобы уже потом не думать об этом. Здесь на разгоне стоим, все хорошо, все, ладно, передаемся. Так, что, Пашки чатик тут что-то написал, так особо нет. Ну, привет, Папашки, кто подошел, у нас уже тут больше сотни, я смотрю. Вот это радует, что мои стримы кому-то хоть интересны. Так, ну, давай смотреть, что у нас есть. В принципе, у нас удалось неплохо разбежаться. Неплохо разбежаться здесь потенциально золото есть. Здесь в шахте главное это все не забыть, это все барахло. И надо как-то накупить эфритов. Для эфритов нам нужно 4К денег, то есть у нас почти есть. И 1800 на скупку. 1800 на скупку у нас, к сожалению, пока нет. Обзорку кем берешь? Хороший вопрос. Я все-таки склоняюсь все-таки к тому, что Лабеты. Почему? Потому что пока Лабета, ну, будет роль рожка выполнять, если что, побежит сирена. Если, допустим, здесь как, ну, что-то какое-то близкое, интересное, сирена чтобы достала. Если нет, то, то сюда можно. Пока не знаю, что здесь, сложно сказать. Пока откроем обзорку, там все видно будет. Вряд ли там замок. Вообще, эта зона должна быть без замка. А вот замок отсюда, где-то близко, выход может быть интересный. Что не прописал сберкарты и кошельки? Да что-то как-то не было у меня времени, надо будет прописать. Ко мне уже писали, что чтобы я реквизиты выложил, что хотели поддержать. Но что-то как-то, блин, лень меня захлестнула и забылось это. Надо будет действительно указать. И обзор. Все приятно. Да, пока мне все нравится. То есть, что можно было извлечь из расклада, мы пока извлекаем. Компрампорт налево. Нет, конфлюкс у нас получается наш. Да, скорее всего, здесь конфлюкс может быть. Ты прав. Мы... Ну, я тебя понял, что ты имеешь в виду, что это травяной компьютер. Да, это скорее всего так и есть. То есть нам. Там у него герой получается.
Эрдамон, что в принципе радует. Это не значит, что у них там нету какой-нибудь цели, которая будет долбить нас стрелками. Или там любого другого мага опасного, потому что стрелку там часто... Они гильдию по-любому строят, им для постройки нужна, значит, соответственно, они стрелку получают, ну, с высокой долей вероятности, но что там будет, не могу сказать. Посмотрим, сейчас обзорка все покажет. Это 6LM10. Инферно против Некрополиса. Уже, по-моему, если не ошибаюсь, четвертый раз я играю на любимчиках за Инферно. Потом пробовал, кроме Инферно, Конфлюкс, Данши, Башню. Валенок, да, это он. Неужели он с тобой еще какую-то игру не сыграл? Какая-то игра у вас на сейве. Конюшенка тут очень удачно расположилась. Радует, что мы по героям впереди, соответственно, нас экономика внушает доверие. Скирмиш, ты думаешь, для настоящих папашек проблема засейвить игру на скирмише? Я думаю, он, как более опытный ватакататель, уйдет с тобой на спайдер. И там будет изи, изи катка. Месяц сейф на 1.4 на скирмише. Ну, Егор это как бы тоже эталон. Он есть к нему, стремится. Мы многому у него можем поучиться в плане папских откладываний. Так, что фиолетовый компьютер уже погибает? Или это он просто заблоченный? Так, поехали. Наш ход. По героям мы впереди. Это опять хорошо. Пасис сюда или прямо. Я думаю, что все-таки прямо. Здесь все уперлись. Тупик. Посмотрим, хоть что хранят. Обелиски, камнеопыта. Все это неинтересно. Идем назад. Ага. Не прошли. Здесь пойдем сюда. Здесь желудку не пройти. Так, сейчас смотрим по деньгам. По деньгам, значит, сразу армию, пока это не забыл. Лобета, конюшня, обзорка, как планировали. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь какая-то Пандорина. Здесь у нас что-то тоже пока непонятно.
Здесь у нас без охраны можно проскользнуть. Это у нас тоже. Это у нас конца. Это хорошо. В принципе, ничего такого сверх этого нету. Я думаю, даже вот так вот обнаглеть и вот сюда вот отправить за баблом лабету. Прям просится. Ну, опять же, куда идти сиреной? Куда идти сиреной? То есть идем сюда. Одно, да? Пробивать гремлинов без эфритов, ну, немножко неправильно. Так. Есть ли у нас стрелка здесь? Стрелка здесь есть, это хорошо. Значит, мы, наверное, туда все-таки лабету направим. Что будем делать с эфритами? С эфритами. Я предлагаю, наверное, здесь выстроить небольшую цепь. И следующим ходом мы их по цепи довести вообще без проблем, без напрягов. Так, наверное, и сделаем. Так, здесь у нас одна. Здесь пойдем туда. Пробежать, наверное. Так, мы выкончились. Мерим. Так, вот до сюда мы доходим. Вот до сюда, да? Щит пока не буду трогать, объясню почему. Ну, во-первых, с этими арчерами связаться неохота. Во-вторых, я его заберу с приростом без потерь. А мне сейчас конкретно, пока вот он не так, что прям уж загорелось мне щит этот получить. Так, здесь получилось прошли сюда. Значит, сирена, мы сделаем так. Сирена, в принципе, особо не нужна. Наверное, мы ее направим назад. Да, так, скорее всего. А лабет, наверное, просто перед гремами разгоним. Так. Так, сколько у нас мувов? Так. Вот так вот сделаем. Зря забирали армию.
короче, все не так сделал, короче, вот все, все, что можно было, где можно было ошибиться, все, все я сделал неправильно. Так. Здесь эфриты. Самое смешное, что в шахте войска я и оставил, изначально оно там было, я его сейчас там оставил, но на это под мувов много ушло лишних, то есть, чтобы передаться, все, они бы здесь оставались, я пошел бы сюда, а ничего бы не было криминального, или бы если здесь передался, ну, короче, потратил чуток мувов, ну да ладно. Так, один момент. Один момент. Один момент. Мы должны чуть-чуть дальше. Ага, все отлично. Все, все хорошо. О, здравствуйте. Слушай, как хорошо, что я здесь прям немножечко подтупил. И не вышел сквозь гремлинов, прям в тему оказалось. Сейчас спокойно двумя эфритами вот его разнесу без потерь. Здесь мы его пробьем, да? А там еще есть Эрдамон. Ну, Эрдамон меня не так беспокоит. Меня беспокоит вот эта папашка намного, конечно, больше. Сирена пробежит здесь. Оказалось, короче, вот реально, оказалось все вот по плану. То есть, если что, я не пробился сюда, а тут меня, может быть, еще бы и приняли бы. Или, может быть, если даже не приняли бы, он убежал бы в другое место, и это было бы хуже. Лови его потом. Не знаю, насколько оправдано то, что я сейчас героя вот сюда направлю. Не знаю. Но слишком уж лакомый кусочек там. Здесь мы доберем, успеем еще. Ничего не случится. Здесь у нас опять из подземки выход. Из нашего же респа. Вот это что такое, я пока не знаю. Но очевидно, что примерно какая-то трежачок какой-то. Ну, не знаю. Еще как-то хотелось бы вот нычку гогов забрать на этой неделе. Ну прям вот очень хотелось бы. Скорее всего, я потом направлю сюда. Привет, привет, папашки. Кто подходит? Всех с Новым годом, с наступившим, с наступающим Рождеством. Рад, что меня еще помнят и моих стримов еще кто-то ожидает. Или можно, как вариант, просто забить на вот этих вот кабанов, да, но зато забрать вот это. Вот это, и на эти деньги быстро организовать скупку. Считаем, пятый день я отдам, шестой день, если встану сюда, седьмой день я где-то, ну я не добегу, наверное, придется плюнуть на эту нычку. Тут и оранжевый комп уже вовсю буянит. Интересно, что за зона. С компом вроде разобрались. Давайте-ка попробуем открыть схемку. Схемку. Значит, мы начинаем за синего.
Выход, вышли мы сюда. Одна зона есть без охраны, непонятная. Двойной выход, трыжачок есть. Толстая охрана в супер-трыжу, пока не знаю где. Одна к компу, одна к компу. Одного компа мы видим, второго компа розового. Розового мы не видим. Где он, я что-то не представляю пока. Где-то, может быть, телепорт будет. Здесь орки. Жирную трэшу мы пока тоже не видим. Судя по объектам, вот трэшачок это вот этот вот. С двойным выходом. В принципе, это он. Здесь вот тоже надо найти вот этот вот проход. 6К. Тяжелая охрана должна быть. И один проход без охраны. А, не уверен, что это он. Я думаю, что это скорее, вот это скорее багнутый какой-то проход, чем какой-то проход без охраны. Но второй вариант тоже нельзя исключать. Посмотрим сейчас. Единственное, что меня беспокоит, я немножко время попусту трачу. Таганаш уже меня по героям догнал. Как-то вот это бы хотелось бы покрасить, нычку. Ну вот конса, вот тяжелая она, вот была бы хотя бы, вот, допустим, 1-2, да, я бы уже немножко по-другому планировал на ее быстрое взятие. Пока мы не можем каким-то образом влиять на это. Предлагаешь здесь выйти, что ли? Вот это непонятно вообще, какая-то зона. То есть, в принципе, если вот это вот ко мне зона, опять ко мне, то можно попробовать через нее пробиться. То есть, если где-то здесь мы выйдем, и это мой рез, а это, скорее всего, так, наверное, и есть, то можно будет пройти и сюда. Так. Дьяволов надо строить. Да Капитолий мы успеем построить, что ты переживаешь, на второй неделе. Ну, кстати, можно попробовать взять этого зама. Может, там что-нибудь построить. Если он там хорошо построил, в принципе.
Так. Таганаш там разрулился. Ходит и ходит. Кстати, может быть, этой консоль заняться на второй неделе? Привет, привет, Серега, всем привет, кто подходит. Любимчики, самим Таганашем, не просто Таганаш, сам Таганаш. Да, это 6LM10. Так, ладно, погнали. Так. Типа там вот так. Давай пробежимся сначала. Все мы пока купили, что хотели. Так, что мы купим потом? Нам надо еще золото найти на цитадельку. Покупать ли демонов пока не... Блин, что серьезно, не дохожу, что ли? Вот это я мерил. Так. Так. Или снести этих пацанов, но нет, не буду. У нас запас есть, в принципе, не критично, что-то накосячил. Где у нас еще золото тут предвидится? Ну, в принципе, до него мы, наверное, не дойдем. Сюда пройти. Наверное, не буду покупать демонов. Оставим. Оставим их для лучших времен. Thank you.
Тысяча. Не успеваем. Надеюсь, не отъедем от гремлинов. Ну ладно. По идее, не... по идее их еще меньше. Ну ладно. Так, и пойдем, наверное, сюда. Ну, я думаю, если компьютер на меня нападет, в принципе, я откидаюсь от него стрелками. И я не думаю, что что-то мне он сможет предъявить. Лучников пока бить не хочу, пока не знаю, что он будет делать. Пока так, закончим ход. Оранжевый тут носится. Тут главный вопрос, где сейчас комп? Может быть, стоило направить героя в обзорку? Может быть, вот этого героя туда направим? Пока не знаю. Так, что мне строить на остальные дни, не знаю опять. Марков надо врываться и отлететь. Ну, во-первых, я не думаю, что их много. Начнем с того. Во-вторых, все-таки у меня есть еще магия. И я думаю, что у меня есть шансы их продавить. Без потерь. То есть, я их во втором раунде заблочу, и они уже там ничего не сделают мне. Там уже они будут еще слабее гремлинов бить. Поэтому, в принципе, я думаю, что мы их... Ну да, их где-то их не больше 30 тут.
Их 24. А может их 21? Не, на самом деле их немного. И я уверен, что как-нибудь да я справлюсь с ними. Там, в крайнем случае, стрелки там закидаю. Тут другой вопрос. Где комп? Где комп? Вот это вопрос хороший. Да не должно быть их здесь 49. Давайте посчитаем, если кому интересно. Обелиск. 3500 он обычно стоил. Марксмены. 24. Как и папашки говорят. Ну, их не больше 30. Не должно быть их больше 30. Так, вот это что за выход? Так, у меня остался один Эрдамон где-то бегать. У меня вот почему-то такое мнение... что он где-то отсюда прибежал, то есть вот именно со стороны обзорки. Почему-то мне так кажется. Хотя я могу ошибаться. Так. Что-то дороги, ну, очень длинные, очень просто нереально какие-то длинные дороги. Ну, может и достанет до обзорки. Я даже такой вариант не исключаю. Хотя на лобета на разгоне не доставала. И вот здесь она стояла, не доставала. Фиш на четвертый с конюшни. Ну, не факт. Не факт. Но тут другой момент. Если, допустим, принимаю решение идти наверх, то мне лучников не надо бить. Я тогда так сразу пройду. Мне будет ближе вот так, чем вот так по дороге. Ну, на самом деле, мы можем вторую неделю начать, допустим, с вот этого улика. То есть купиться... По цепочечке перевести, улик бомбануть. Куда потом? Потом не знаю. Пока планов вообще нету. Здесь. Посмотрим, может здесь что-то найдем. Было бы хорошо, если бы мы здесь что-то нашли. Посмотрим, может здесь что-то найдется, какие-то объекты.
Да, судя по тому, что дороги не быстрые, темп игры у нас будет не быстрый. У него, кстати, стракер вместе с Клавиусом некрит. Так что тоже там скелетов, наверное, не так много. Он пока тоже Капитолий строит. Надо еще будет к концу чекнуть. Что там за конца? Вывезем ли мы, допустим, тройку с полной скупкой? Но опять же, кем, да? То есть масла нет. Вот тут, кстати, компьютер оранжевый на разгоне. Вообще молодец. То есть оранжевый настолько суров, что он даже на лучниках разгоняется. Все-таки думаю, наверное, неправильно сирену отправил сюда. Надо было, наверное, как-то пробить вот этих пацанов и вот сюда его заслать. Так. Так, ход пришел. Так, тогда наш по героям еще не опережает. Радуется сирена. О, воры.
спрятался зато. Так. Посмотрим. Кстати, да. Достаем. Ну, пошли, раз достаем. Угу. Еще запас даже остался. Слушай, мы сейчас к склепу пособираем, вообще шикардос будет. Так. Блин, слоу тоже не завезли, обидно. Так. Надо собрать сейчас золотишко. Мне нужен еще один герой. Так, на героя наковыряли. Так. Питье теперь мне интересует этот Эрдамон. Сюда он не мог побежать, потому что здесь ресурсы, да, и здесь прохода нет. Здесь он покрасил, допустим, ее Инстеус, которого мы убили, да? Значит, он вот здесь, где-то здесь бегает. Ага. Слушай, может это забрать замок. Ну, ничего не страшно, в принципе, что этот замок. Так, купаем героя. Какого именно? Ну, допустим, Пикидрама, конечно же, из уважения. О, папашка Мюллих, может прикупить. Вот. Так. Да и, наверное, так попробуем. Сейчас вторую успеем бахнуть. Так, сюда. Сюда. Это первый. Все, поехали. Естественно. О, я другого и не ожидал. Thank you.
А вот и папашка. Вот это интересно. Вот аппетит. Наверное, так не надо играть. Значит, неправильно. Все неправильно. Сделал. Неправильно сделал. Блин, ошибся. Делать-то. Как я потом буду снимать? А да, в принципе, не будем снимать ответку, наверное. Надеюсь, я вам не помешала. Так. Ладно. По-моему, какая-то линия. Видите? А правда? Бесов, наверное, зря отдал.
не обязательно совсем было. Ну, боялся, что фрита могут поэтовать немного. Так. Так, у меня есть подозрение, что он сейчас мой замок, точнее свой замок заберет назад. Поэтому надо сбежать оттуда. Строить. Тысяча построено. Цит можно, кстати, построить как защитную, защитное сооружение от вот этого пацана. Но я не буду это делать. Не, я его потом заберу назад. Будем ли мы строить замок? Вот самый вопрос, который меня сейчас мучает. Или мы все-таки питов поставим? Давай-ка, наверное, поставим пока пита. Или даже там без замуж. Давай, наверное. Давай, наверное, замок поставим. Точно не помешает. Так, ясно, так. Поехали. Ну, это было очень предсказуемо. Маны у него нет, конечно. А жаль. Ну, кстати, с цитаделью бы мы выстояли бы. Ай-яй-яй, ничего, оранжевый совсем что ли обнаглел? За мной в погоню побежал. Ну, у него не хватит, конечно, добежать. Ну, блин, было опасно. Ну да, тут, в принципе, было все рассчитано, что он успеет меня убить. Так, что там у него А, блин, забрали. Если параметры посмотреть. Ну ладно. Так, сейчас свиток возьмем. Надо лабету прокачать будет. Хотя бы до экспертную землю. Где-то срочно нарыть замедление. Я не знаю где, но надо срочно его нарыть. Срочно. И с замедлением я, пожалуй, склоняюсь к тому, что мы сюда полезем. Ну, кстати, еще улик нарисовался. Мы так-то можем тут знатно пособирать. Раз. Два. Тут замедление не дали. Может быть здесь? Может быть здесь, кстати, почему-то не подобрал. Сюда пробежать. Здесь у нас получается
зона сюда, здесь, ну, здесь нет риска на встречу нарваться. Хотя, может быть, это сюда выход, не знаю, ну, супер трежу, да? Так, так. В принципе, надо сюда пробить, будет сейчас проход, там тоже золото может быть вполне. Может. Чисто. Так. О, кстати, я что-то не сразу заметил. Тут у нас сапожки. Может, здесь еще замедление будет? Шестой день по постройке. Замок стоит. В принципе, по деньгам нормально. Вот не знаю, стоит ли питов ставить. Это для меня такой тоже вопрос. Наверное, поставим, почему 9 питов точно лишними не будет. Так, у нас компьютер этот не по дороге, так что походу мы к нему не попадаем. Ну или из этой зоны сейчас мы его можем накрыть.
То есть, скорее всего, если мы выйдем в эту зону, если это она, там будет лист вот здесь, и по дороге мы компа можем забрать. Что, в принципе, хорошо. Мы тут подкачаемся, уровень повысим на героя вот на этом. И таки драмом пойдем сюда. Продолжаем нашу каточку. Замок мы потеряли. Нам чуть тут не поддали. Но, тем не менее. Не позже не нужно. Ладно, окупили здесь полностью героя. Yeah.
Magic Arrow. Обзор земли. Все то да не то. Комплекс стадельку построил. Так. Ух ты, ничего себе, как он агрессивно начал. Ну, прикольно, как? Блин. Гога убили. Ну как вот комп так подрался, что его не убили? Поражаюсь. Хотел же еще без них провести бой. Жесть какая. Thank you.
Ну, кстати, кто-то говорил, что щиток надо забрать за лучниками. Оказывается, не надо. Ну, если здесь лучников 50, значит, здесь гномов будет тоже не меньше. Так. Опять каменные кожи. Чё они меня преследуют? Так. Что у нас здесь? Здесь, в принципе, особо нечем поживиться. Надо валить отсюда. Да, китов мы определенно будем ставить. Так, что делать-то? Так, Мюллиха бы купить. Мюллиха. Интересно, можно здесь пройти? Тоже непонятно. Так, куда бы мне выходить?
Так. Ну, пусть так пока. Значит, меня тут накрыли. Вот это папское разделение по стекам. Даже сказать нечего. Привет, папашка. Отключусь ненадолго.